Очередная остановка по дороге на мыс Хабой. Вот здесь залив. Здесь раньше был пересыльный лагерь для политзаключенных. Готовили его на лето. Ну, рыбзавода сейчас нет, да? Получается. Песчаные дюны. По таким же мы ехали. Туристы фотографируются, все селфится. Ну, у нас свое море есть, японское, Тихий океан. В городе Владивостоке. Здесь похоже то же самое, но нету запаха морской травы.